Историю города пишут и юные северодвинцы, например, в своих рисунках. Вторая художественная школа уже набрала учащихся на будущий год. Развернулась настоящая борьба. 3 человека на место. Сейчас все отборочные этапы пройдены, списки учеников составлены. Эти детские рисунки, написанные 10-летними северодвинцами, результат вступительных экзаменов. Поступить в художественную школу хотели 160 детей. В итоге взяли 66. Они успешно прошли 2 вступительных этапа – живопись и рисунок на заданные темы. Педагоги оценивали построение, композицию и цветовое решение. Немножко, конечно, расшириться, может быть, не помешало художественной школе, потому что мы постоянно испытываем какие-то проблемы, да, с нехваткой кабинетов. Но, безусловно, конечно же, конкурс, он должен существовать, потому что у нас школа для одаренных детей, да, если мы всех подряд будем брать, то, естественно, у нас опустится и уровень выпускников, потому что наших выпускников они знают далеко за пределами Архангельской области. Педагоги школы связывают такой конкурс с несколькими факторами. Это и уровень рождаемости, и интерес к творческим профессиям. Сейчас набирают не только школьников. Существуют подготовительные группы для 5-летних, 7-летних и 9-летних. Все они затем по достижении 10 лет также проходят экзамены, чтобы попасть в основное отделение. Будущих учеников ждет много интересного. Впереди 5 лет дружбы с красками.